О работе действующего госпиталя на территории медсанчасти номер 135 сообщил исполняющий обязанность руководителя учреждения Анатолий Буянов. В настоящее время у нас находится с подтвержденным диагнозом 5 человек, 5 больных, вернее, и остальные у нас с двухсторонними пневмониями. Все пневмонии легкие формы. Продолжают свою работу и блокпосты на въезде в город. За все время досмотра водителей и пассажиров в Десногорск не было допущено более 90 автомобилей. В основном это жители Москвы и Смоленска. Встречаются и гости, отличающиеся настойчивостью. Граждане, где дороги перекапаны, так и ищут лазейки. Объезжаем ежедневно, проводим мероприятия, подключаем технику, которая перекапывает, закапывает, где-то засыпает, но проблема такая имеется. Дисциплина не всегда безупречна и в самом Десногорске. Результат уборки и дезинфекции, которые проводят коммунальные службы, в некоторых подъездах крайне мимолетные. А ведь жильцам достаточно пользоваться мусорным ведром. Я проходил, проверял подъезд, пройду, убрали. Проходит полчаса, но зато смотришь, опять валяется мусор, люди идут салфетками теми же, которые открывают входные группы, тут же сразу на месте бросают. В целом обстановка в городе спокойна, в муниципалитете продолжает действовать повышенный режим эпидемической готовности, соблюдать который граждан призывают и в предстоящие майские праздники. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.